break. Я не Дед Мороз, приготовил вам подарки. Блокшоты, базары, данки. Ребятки, не стесняйтесь, подходите ближе. Этот новогодний топ снесет вам крышу. Распорядок дня ЦСКА-2. Уфимская Годзилла. Уралмаш весь топ наш. Все это в новом выпуске самых горячих моментов Би-Вин чемпионата России мужской Суперлиги 1. Эдуард Фейс Топ Ганс полетели. 10 место. За свою карьеру он сделал столько данков, что заслужил себе место не в топе, а в раю. Хоть караул кричи, когда Сергей Караулов из Уралмаша приближается с мячом к кольцу. Грамотный пас от Джей Ара, и дворец спорта сотрясается от мощного удара. 9 место. Вновь Уралмаш. На этот раз Джастин Робертсон ловит кураж и берет молодых армейцев на абордаж. Краш. Джей Ар не стал дожидаться партнеров и в одиночку поставил точку в этой контратаке. 8 место. Больше всего в этом эпизоде мне нравится, как Ален показывает партнерам, типа, оставьте его мне, я сейчас с ним разберусь. Бам! Арен Хаджибекович допускает ошибку и сам же исправляет ее мощным блокшотом. Вряд ли вы будете возражать против того, что представители Новосибирска заняли 7-ю строчку. Взгляните с разных ракурсов на технику исполнения, грациозность движений и, наконец, силу, с которой Данил Певнев отправил мяч в корзину. Бэмс! 6 место. Баскетбольная версия легендарного видоса «Не лезь, блин, он тебя сожрет!» Уфимский зверь съедает в защите Дмитрия Макеева. 5 место. Выступая под флагом Уралмаша, эта парочка создала множество крутых хайлайтов. Доставка от Игоря Новикова и томагавк от Максима Кривошеева. 4 место. Илья Сыроватка из Екатеринбурга перебрался в Уфу и теперь там показывает свое кунг-фу. Отличный пас Каучина Михаила и тут бьет двумя руками. Вот это сила. Над кольцом он чувствует себя как дома. Данкзила. 3 место. Примерно так выглядит стандартный распорядок дня в команде ЦСКА-2. Делаем зарядку, выходим на площадку. Не тянем резину, колотим мяч в корзину. Раз, два, хлоп, и попадаем в топ. Александр Шашков забирает 3-ю строчку. 2 место. Все, что я бы хотел получить от Деда Мороза на Новый год, это такой же прыжок, как у Джей-Джея. О май гад, Джавонте Даглас уничтожает Макара Коновалова, и Уралмаш забирает пол топа без малого. Бэмс. Ну и наконец, 1 место. 3 секунды до конца игры. Равный счет, владение Югры. Сергей Чернов с мячом, бросок сиреной, и матч завершается для его команды сумасшедшей победой. Таким образом, 23 декабря становится черным днем в календаре матчей ревдинского темпа. На этом все. Это был 11 выпуск Warface Top Guns на RussiaBasket.ru. Люби эту игру!